Несколько сотен человек сегодня в Москве пришли почтить память болельщика футбольного клуба «Спартак» Егора Свиридова. Исполнил 40 дней, как он был убит в ходе конфликта с уроженцами Северного Кавказа. Подозреваемых тогда сразу отпустили, что спровоцировало массовые беспорядки на Манежной площади. Сегодня все прошло спокойно. За событиями наблюдал Тимур Сиразиев. К встрече участников акции готовились заранее и основательно. С самого утра выход со станции метро «Водный стадион» под усиленной охраной. Из-за мероприятия закрыли все близлежащие торговые центры и рынок. А Кронштадтский бульвар на полдня стал пешеходным. Сотрудники правопорядка через каждые 5 метров ситуацию контролируют из воздуха. Организаторы акции памяти болельщика «Спартака» Егора Свиридова заранее получили разрешение на проведение мероприятия. 40 дней назад на автобусной остановке убили 28-летнего Егора Свиридова. Сегодня это место утопало в цветах. Когда все уже заканчивалось, к месту акции подошла организованная группа молодых людей. Часть из них скрывала свои лица. Они возложили цветы, постояли и разошлись. Никаких речей, призывов и выступлений. Тем не менее, 19 участников акции были задержаны. Как объяснили в ГУВД, это сделано в профилактических целях. У задержанных нашли холодное оружие и травматический пистолет. Столь повышенное внимание к акции – мера вынужденная, говорят милиционеры. Месяц назад убийством Егора Свиридова воспользовались экстремисты и радикально настроена молодежь. Они устроили массовые беспорядки в самом центре столицы, на Манежной площади. Тогда серьезно пострадали десятки случайных прохожих. Одной из причин несанкционированных митингов стало возмущение футбольных фанатов решением следственных органов. Сразу после убийства Егора Свиридова подозреваемые в этом преступлении были отпущены на свободу. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело. Продолжается расследование и убийство Егора Свиридова. Уже арестовано 5 из 6 подозреваемых. В рамках уголовного дела подробно изучается личность обвиняемых. Поскольку никто из них на момент ареста не имел регистрации в Москве, следственным путем выясняется, чем они занимались и на какие средства жили в столице. В ходе следствия установлено, что уроженцы Северокавказских республик умышленно спровоцировали драку, в ходе которой подвергли избиению 5 москвичей на глазах их знакомой девушки. Вечером в одной из московских церквей состоялась панихида по убитому Егору Свиридову. Должна быть справедливость в жизни страны. И справедливость всегда укрепляет мир. А мир тоже очень нужен. Очень важно, чтобы нас не разделили, не столкнули, не стравили по национальному признаку. Любое разделение губительное. Чтобы не было этих разделений, чтобы не пролилась кровь больше никогда в бытовых ссорах. Очень важно, чтобы везде действовал закон. Почтить память Егора пришли не только его друзья, футбольные болельщики, но и люди, которые узнали о нем только после его гибели. В целом, по данным милиции, сегодня все запланированные акции прошли без происшествий. Тимур Сиразиев, Юлия Шатилова, Виктор Семин, Первый канал.